Всем привет. Так, посмотрим. Эпилог. Граждане Америки, я обещаю вам, если среди вас скрываются демоны, мы найдем их и уничтожим. Мы будем безжалостно убивать и сжигать их, как Уильям от Джозефа Бласковица, чтобы простой народ мог спать спокойно. Слышали? Вы слышали? Да! 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 Круто! Какого черта? Ты же сразу не уходишь на секундочку! Я убила тебя! Что ты можешь. Тогда вам точно конец. Ты теперь среди волков. И это наш лес. Братья и сестры Соединенных Штатов Америки, не слушайте эту лживую суку! Нацистские гады получат по заслугам. О да, нам надоело их терпеть. Давай, говори. Сограждане, американцы, где бы вы ни были, вы ждете от меня слов утешения, поддержки. Мягких и теплых, словно ложь, которые постоянно пичкают вас нацистские генералы. Но я предлагаю вам не покой, а холодную и горькую правду. Правда в том, что нашу великую нацию насилует и грабит величайший враг всех. Всех времен. Враг хочет, чтобы свободу вы поменяли на безопасность, сломить вас, поставить на колени перед новым порядком. Но американцы, тот, кто сеет ветер, тот пошнет только бурю. Вы родились в свободной стране. Вы дали отпор владыкам Старого Света. Вы проливали кровь за простую, но необыкновенно важную истину. Дайте мне свободу или дайте мне смерть. В ваших венах течет кровь революционеров. Так что сегодня готовьте пистолеты. Ножи и кулаки. Отыщите угнетателей, где бы они ни были. Скажите им, ничего, ничего нам от вас не нужно. Сегодня мы покажем тем, кто сеет ветер, что мы и есть эта буря. Пока ребята там раздают люлей и занимаются революцией, мы с тобой почистим кое-какие хвосты, устранив оставшихся обер-офицеров.
Садись-ка за машину, Энигма, разверни военную карту и вперед. Я буду на связи. Ну вот, и все, пожалуй. Благодарю за внимание.